Я видел тебя в комментариях у Хикана номер один. Откуда ты знаешь о его существовании? Ты его смотришь, что ли? Да, я смотрю Хикана номер один. Особенно мне нравится проект «Бабушка Хикана». Более того, я даже хотел украсть у него эту идею и сделать, ну, не проект с бабушкой Хикана, потому что моя бабушка уже, ну, не очень хорошо выглядит, грубо говоря, и речь не о внешнем виде. Все старухи плохо выглядят после 28. Все, после 28, все, пиздец. Мне 35. Речь о том, что она уже слабенький, организм, он скоро помрет, поэтому я думал, что нет смысла делать шоу какое-то, да, длительное, если нельзя снять будет 5 сезонов. Если нет 5 сезонов, ну нахуй начинать, скажем так. И я решил снять просто фильм некоторый про свою бабушку, расспросить ее о лучших моментах своей жизни, самых ярких, которые она вспоминала. Там действительно очень много, там всякие побеги от сталинского режима, как она валила лес. Ты валила лес когда-нибудь? Нет. Вот, а моя бабушка валила лес. Я слышала. Ты жила среди клопов? Нет. Моя бабушка тоже не жила, но неважно. Так вот, и лучшие истории я бы срезал в один монолог человека старого, может быть, добавил какие-то отсылки или видеоряд и подогнал это бы под какую-нибудь короткометражку или что-то такое. Возможно, сделал бы какой-то псевдоимпровиз, включил какой-то элемент сюра. Короче, бабушка слегла в больницу, поэтому не смог снять. Увы. Увы. А Хикана, да, смотрите. Бабуля Хикана очень хороший проект. Блять, зачем я это рекламирую бесплатно, а?